Всем привет! И сегодня хочу вам показать две книги, которые у меня настольные, которыми я постоянно пользуюсь, и наши бестселлеры в магазине. Я ссылочку оставлю под видео, сможете приобрести, если они вам понравятся. В этих книгах собрано суммарно 5000 дизайнов, здесь 1000, здесь 4000. И давайте посмотрим, что же там внутри. Я расскажу, покажу и объясню, чем они мне так нравятся и почему они у меня всегда рядышком. Первая книга — это 4000 дизайнов, и я ее люблю, потому что она всегда помогает и подсказывает, когда нужна какая-то идея, когда ты не понимаешь, как что-то нарисовать, когда у тебя творческий стопор, когда ты хочешь посмотреть, а как это можно сделать по-другому. Вот в ней все-все-все это собрано. И за что я ее особо люблю и рекомендую ее своим студентам, здесь есть классная работа со складками, с буфами, с драпировками. То, что часто с трудом дается студентам для рисунка, а здесь это все собрано, и можно посмотреть, как автор это нарисовал, для того, чтобы это использовать в своих эскизах. Листаю я через несколько страниц, чтобы вы понимали, то есть вот 34-я, 46-я, потому что все-все страницы забиты вот этими дизайнами, там очень много всего интересного и полезного, поэтому крайне вам рекомендую тоже на это все обратить внимание. Книжка потрясающая, то есть помимо того, что мы смотрим, как нарисован эскиз в цвете, с фактурой, текстурой, здесь вот еще на заднем плане, то есть как эскиз с мехом, как он нарисован сбоку, как будет смотреться снятый капюшон, как одетый, как такой капюшон, такой, то есть это все-все-все примеры, и я знаю, что у дизайнеров бывают стопоры, когда ты начинаешь рисовать, и ты не понимаешь, как, вот имея такую книжку на столе, у тебя этот стопор снимается, ты просто ее берешь, смотришь и... Возможно, какой-то элемент даже копируешь. Не вижу в этом никакого проблемы, потому что эта книжка как раз она для этого и создана, для того, чтобы вы могли взять какой-то элемент и скопировать. Смотрите, разобрано, притом практически линеарно, практически без теней, именно заштрихованных, сделаны все вот эти складки и драпировки, что у многих не получается. Соответственно, для тех, кто шьет, тоже здесь очень много идей, для тех, кто занимается дизайнами, своим брендом и так далее, тоже здесь, пожалуйста, у вас все в изобилии, все это как бы сделано. И можно использовать разнообразные горловины. Если нужно что-то новенькое, то здесь вы это тоже найдете. И вот смотрите, тоже и складки, и драпировки, и бахрома, то, что тоже сложно дается, буфы. Их мало того, что сложно сделать, еще и сложно нарисовать. Здесь автор с этим справился на 100%, так что вот любые воланы, вот эти вот ажурчики, у вас все будет получаться рисовать, так что берите на заметку, книжка классная, она вам в этом обязательно поможет. Как выглядит накрою, как выглядит в реальном изделии. Это все надо тоже смотреть, изучать. Но книжка помогает, когда я не знаю, как это нарисовать. Вот пошел, посмотрел, и там какой-то элемент отсюда забрал, и у вас получилось красиво. Why not? Книжка именно для этого издана, для того, чтобы этим пользовались. Так что вот, автор у нас Элизабета Друди, издательство Promo Press. Книжечка есть у нас в наличии. Здесь у нас другой автор, хотя мне почему-то эти книжки идут всегда дуэтом. Ну, я считаю, что они как бы такие друг друга дополняющие, потому что одна книжка детально рассказывает про то, как рисовать именно одежду, ну, там женской одежды, мужской и детской там нету, а эта книжка рассказывает о том, как рисовать нижнее белье и купальники. Тоже женское тут у нас все, много вариаций. Для тех, кто занимается пошивом белья, дизайном белья, придумывает и что-то смотрит, смотрите, какое количество вариаций. Для студентов тоже хорошо поучиться, посмотреть, что делаются ночные сорочки, пеньюары. Все здесь собрано. И уже вот это digital версия, там была ручная, это digital. Смотрите, как у нас может нижнее белье сзади смотреться, как может смотреться спереди. Самые разнообразные примеры моделирования. Здесь есть примеры отрисовки кружева, примеры отрисовки всяких цветочных мотивов. И она разделена на такие блоки. То есть вот здесь вот эта часть кружевная у нас получается. Дальше пойдет более спортивная. То есть смотрите, вот очень-очень много примеров дизайнов того, как это можно собрать. Действительно, автор посвятил этому много времени, нарисовал очень красиво. Вот красивые девочки.
и на них вот даже боди красивые, тоже можно это все употреблять в жизни, кружева прорисованы. Мы со студентами тоже рисуем кружева на курсе, но здесь вот именно примеры того, как это все в одежде. Вы смотрите, другая стилистика начинается, да, а там потом в конце еще спортивная будет. Это у нас уже пошли купальники, потому что к летнему сезону, когда нужно что-то придумать, надизайнить, мне кажется, прям можно открыть и получить просто колоссальное количество идей для того, чтобы вот понять, как это все делать. Видите, разнообразные вариации от каких-то гавайских до чисто таких спортивных. Все здесь собрано. Для меня эти книжки рабочие. Подглядываю, смотрю, считаю их своими верными помощниками. Вы тоже можете их сделать своим помощником, если они вам понравились, если нужны. Вот показала вам, что внутри. Никакого там нету подвоха. Все книжки очень качественные. Они форматом практически А4. И, соответственно, вот полностью-полностью набиты полезностями, красотами и так далее. Купить эти книжки можно у нас в онлайн-магазине. Они есть в наличии. Я ссылочку оставлю под этим видео, если вам интересно. А если появились вопросы, обязательно пишите. Мы обсудим и посмотрим, как лучше и что интересного еще есть.